Ну что, друзья, мы приехали в Гюмри. Мелик нас пригласил к себе в гости. Напомню, он олимпийский участник по... Какому виду? Метание копья, легкая атлетика. Да, сегодня посмотрим, как живет участник олимпийских соревнований в Лондон. Что у нас еще? В Пекине и в Лондоне. Пекин и Лондон, да, получается? Да, да. Здесь сразу можно обратить внимание. Спереди Мелик, Джа, Но, Ян. Ага. Ну что, поехали. Там уже Артем, конечно. Мы здесь переночевали. Сегодня я просто решил обзор сделать и показать вам. Вроде зашли в простую квартиру. Рассказывай, что у тебя здесь? Ну, это мой собственный дом, квартира. Угу. Также моей рукой с другом ремонт сделал. Я очень хотел, что все знает, узнает, посмотреть, какой приятный, ну, ремонт мы сделали. Все своими руками. Приятная квартира. Да. Так, в общем, увидели, да? Мы зашли, это у нас коридорная часть. Пошли дальше. Здесь у нас первая комната. Здесь у нас вот такая просторная комната. Сегодня я ночевал здесь. Погнали дальше. Сколько, брат, ты ремонт сделал по времени? Ну, 2 года. 2 года, да? Да. Это вторая комната. Здесь выдвижной шкаф. Здесь гардероб. Да, гардеробная часть. Погнали дальше. И здесь выход на... Открытый балкон. Да, выход на лоджию. Такой балкончик приятный. Как видите, не маленький. Вот. Пойдемте дальше. Выключаем. Добрый вечер. Знакомый? Да. Здесь. Это вот знакомый человек у вас? Зал, да. Это у нас зал. Просторный. Сколько квадратов примерно? Зал? Зал? 20. 20 квадратов, да? Ремонт во всех армянских канонах. Дорого-богато, так сказать. Здесь. Там санузел, туалет, да, и туалет. Ванная комната. Душевая и туалет. А еще здесь, ну, тоже балкон здесь, ну, закрытый. Так называем, ну, маленький зимний сад. Да, это любимое место, любимое место, да? Да, это очень приятное место, потому что здесь на плане камни все. И сделали вот так, ну, здесь 20-25 тысяч камней, вот так, один, вот так мы поставили. Сам придумал, сам, да? Сам сделал, ну, 6 месяцев. Также и Польша, это ремонт я сделал. Очень приятное место. И единственный. Второй я нигде не видел. Вот такой ремонт. Похоже, ну, много. Ну, вот такой я нигде не видел. Ну, здорово, слушай. Свой небольшой ботанический сад, так сказать. Да. На этом все? Да, все. Квартира, все, больше ничего, да, нет. Да, да, здесь квартира, да. Ну, еще, ну, комната, мой собственный комнаты. Ага, ну, давай покажем. Да. Да. Угу. Так, друзья, самое интересное, проходим ниже. Самое ниже, здесь у нас у Мелика свой гараж. Эта машина, ну, мой папа, я еще сам ремонт все сделал, капитальный ремонт, но не очень сейчас хорошо чувствую, потому что это, так скажем, ну, если я нигде не иду на эту машину, я очень не почувствовал, что он... Стоят мою гаражу. Угу. Какого года? Это 89-го. 89. 34 год, да. Слушайте, ну, друзья, я вам скажу так.
Она как новая. А сколько пробег вообще, Мелик? Ну, очень. Ох ты ж. Очень далеко едет эта машина. Белая панель. Ну, точно. Телевизор. Если, скажем, не знаю сколько, ну, 500 тысяч и больше. Ага. 500 тысяч пробег, да, да, километров, да? Да? То есть она поездила, да, порядочно. Угу. Ага. Так, ну пойдем дальше. Да, давайте. Пошли. Друзья, когда мы приехали сюда, мы зашли вообще как бы просто в семи-шестиэтажное. Ага. Ну, чуть-чуть там пройдем. Семиэтажное здание. Ага. Здесь комната, но мы ее снимать, Мелик попросил, не надо. Здесь у него всякие инструменты и так далее, и тому подобное. Так, проходим дальше. И вау! Зал, где я тренируюсь. Ну, соответственно, достижения. Вот, Мелик, вот, пожалуйста. Это какой год? Это 2009, да. Угу. Чемпионат мира. Как раз Лондон, да? Да, да. Угу. Прикольный коллаж собрал. А ты, вот, вот они как раз копье, да, которое, да, которое ты принял участие? Снаряды. Угу. Снаряды, да, их назвали? Угу. Питание копье. Ну, в общем, друзья, вот как-то так. Велосипеды. В общем, это чил-зона такая. Ну и плюс Мерик занимается, и железо есть, и козел, пожалуйста. В общем, все. Еще здесь комната есть. Здесь. Ну, просто я очень хочу посмотреть. Ага. Это как личный кабинет. Да. Мой личный кабинет, да. Грамоты. Похвальные листы, медали, угу, кепки с разных соревнований. Да. Слушай, ну здорово. Сколько полностью? Это все. Ну и здесь, понятно, еще один саунузел. Угу. Сколько всего квадратов? Ну. Общая квадратура квартиры. Считал? Ну, 250. 250, да? 250, да. Ну, слушайте, друзья, я вам скажу так, но... Вот, наверное, через камеру все равно вот этих масштабов не увидишь, но вот когда ты находишься здесь, очень большая квартира, вроде заходишь на второй этаж, на второй же, да, этаж, или первый? Первый. А, да, ну... Это подвал, ага. Считай, подвал, да. Это вот ты так оформил подвал, и все своими руками. Да. Меликджан, ну, ты красавчик. Да. Вот. И здесь еще выход, то есть отдельный выход на улицу. Да, сейчас вот. То есть здесь можно, пожалуйста, выйти. Вот так вот. И все. Вот так вот оно выглядит. Вот это балкон. И вот такой просто этаж. Вот мы зашли. Вот такой дом. Ну, круто, круто. Поэтому, друзья, вот так вот. Вот так вот живет. В такой квартире живет олимпийский участник. А какие-то конкретные награды, а именно в Армении, да, то есть, да, многократный чемпион Армении, можно сказать? Да, я уже 12 лет станем в республике чемпиона. Ну, 50 и больше рекордсмен из Армении. Ну, два раза я в Кубке Европы станем первым, ну, первое место занял. Uh-huh. Ну, 4 раза второе место занял в Кубке Европы. Какой у тебя рекорд? 79-71 сантиметров. Угу. Абсолютно. Это последний рекорд Республика Армения. Ну, уже. То есть у тебя выше получается нету, кто дальше кинул в Армении, да? Да, я очень хотел здесь, ну, в Армении тоже есть хорошие атлеты. Так скажем, если чуть-чуть больше смотрят спортсменов, ну, можно
Польша, хороший результат. Ну, скажи, что ты сейчас занимаешься, ты еще тренер помимо этого? Да, сейчас я тренер, занимаемся. Ну, хороший мальчик есть, он сейчас 17 лет, толкает ядро. Я считал так, если он сейчас толкает 15 метров, я думаю, что если он станет... Ну, успех... Да-да-да, ну, то есть еще немножко... Да, если я сейчас сразу, скажем, он потом сколько метнул, это и толкает, это неправильно. Дай бог, что успеха, ну, я считаю так, будет хороший успех. Будет трудиться, будет добиваться успеха. Да, поэтому вот такой... Такая небольшая вставочка, обзорчик вам. Если понравилось, обязательно поддержите Мелика лайком, если еще хотите какие-нибудь выпуски вместе с ним. Спасибо, Мелик. Спасибо вам. Спасибо. Круто.